поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Уважаемые гости, доброго здравия и всем, всех благ. Сегодня, 10 января 2021 года, мы все собрались здесь как единомышленники. Чего? Единомышленники объединения во славу нашего великого Отечества, во славу процветания и благополучия нашего Отечества. Как мы можем этого достичь? Мы, спортивно-патриотическое движение «Дружба», прибыли сегодня с творческим визитом, с тем, чтобы предложить идеологию этого объединения. Идеология, она очень проста. Она предложена нашими предками, нашими дедами и прадедами. Невзирая на национальности, невзирая на наши какие-то идеологические разногласия, на религиозные предпочтения, мы объединяемся во имя Великого Отечества, во имя Его славы, процветания и благополучия. 1242 год, Александр Невский объединил народ, и мы победили. Дмитрий Донской, Минин, Пожарский, Суворов, Ушаков, Нахимов, герои гражданской войны, Чапаев, Будённый, Фрунзе, герои Великой Отечественной войны, герои победы космоса, современной России. Все это наши корни, все это наши великие предки. Сегодня, 10-го, если мы вспомним эти наши корни, сегодня наши русские войска победили под Шипкой. Перед этим была победа под Плевной. Турецкие войска не смогли нас победить. И русский воин, как всегда, проявив мощь своего духа, мощь духа единения с братскими и славянскими народами, победил под Шипкой 1878 год. Если мы вспомним ближнюю историю, 10 января 43 года началась операция наступления под Сталинградом. И сегодня бойцы стоят на защите благополучия нашей Родины. Это и в Сирии, это и на Донбассе. И воины правопорядка. Поэтому первую песню мы посвящаем нашим победам. Предлагаем всем подпевать. Yeah.
Следующим номером нашей программы лауреат международных и всероссийских конкурсов, победитель авторского литературного произведения, занявший первые места на всех уровнях, опубликованный везде, курсант второго курса Московского университета МВД России Шампова Любава Станиславна. Произведение называется «У матери». Казалось, на землю падал, на снег, на пепел. Он покрывал все, и старую прогнившую душу, и пуху ухоженную, заготовленную на зиму, на ужин. Я стояла, докатившись на холодную жесткую стену дома, и спокойно смотрел за последними приготовлениями своих судеб. Я не жалела прожитой жизни, не боялся за свои поступки, я боялся лишь одного. Как после моего расстрела мать-то продержится? А вон и она стояла. Среди сочувствующей толпы я отчетливо видел ее там более знакомое лицо. Серые большие глаза, седые вьющиеся волосы, два прикрытые зеленым платком, подаренным ей отцом перед тем, как тот ушел во фронт. Большие серые глаза, глядевшие на меня всегда то с лаской, то с упреком, но всегда с бесконечной теплотой и любовью. И вот все готово. Обер-лейтенант разворачивает и громогласно зачитывает приказ. И время для меня замедлилось свой век. Я вскинул голову и последний раз посмотрел на восходящее солнце. Будет ли что-то там после смерти? Или жизнь после забвения так и перестает существовать? Но нет, нет, не может так быть. Я всегда искренне верил в Бога. Так как мог я усомниться в нем теперь, когда до нашего воссоединения остались считанные минуты? И тут же мне сделало спокойнее в душе, ибо вера убила всякий страх и сомнения. Потом я привел взгляд на мать. По ее морщинистым щекам катились слезы. Она тихо плакала. Я никогда не видел, как эта женщина плакала. С виду она была тихой, неприметной женщиной. Но как бы сложно не было ни ей, ни нашей семье, никогда я не видел в ее глазах ни слезинки. Поэтому при виде ее слез мое сердце болезненно сжалось, и решимость с холодным спокойствием дрогнула. Скинули ружья, и тетя Зоя, приобнимая мою мать за плечи, промокнула платком свои слезы. Нужно было умереть достойно, чтобы потом говорили не только о подвигах командира партизанского отряда, но и его смерти. Я вскинул голову и твердо посмотрел вперед. Грянули выстрелы, вспыхнув ворон на ближайших деревьях, и мимо моих глаз промелькнула тень. Я думал, это была смерть. Но нет, нет, это была не она. К моим ногам тихо оседала старушка, со спавшим на плечи зеленым платком до заплаты на шубейке. И тогда я осознал, что произошло. И мне сделалось жутко. Я подхватил свою мать и аккуратно уложил ее на холодную серую снегу. Она все смотрела на меня, смотрела и улыбалась. Нет, она, видимо, не боялась смерти, как не боялась ничего в этом огромном мире. И показалось ничего, кроме как потерять своего единственного сына. За это она и отдала свою жизнь. Этой заминки казалось по мне достаточно, чтобы едва подоспевшие партизаны моего отряда напали на замерзших с оружием в руках фрицев, которые так и не смогли понять, зачем эта женщина променяла свою жизнь на жизнь другого, пусть и родного сына. Потому-то наша страна самая сильная и непобедимая. Потому что русская мать бесконечно жертвует для своих детей и жизнь свою родину ценит в 100 раз меньше. Действительно говорят, что материнское чувство спасает жизнь. Это действительно так. Я хочу, чтобы, услышав эту историю, вы не остались равнодушными, потому что самое страшное в человеке — это равнодушие. И давайте ценить их и делать так,
чтобы каждый день на их лицах светилась счастливая улыбка. Благодарим. Там чисто тележка, дорогие все сильные. Идеологии единения ради общего успеха, ради общего процветания, благополучия нашего Великого Отечества и с нашими семьями в этой великой стране мы ставим на паузу пока наше выступление. Благодарим за внимание. Была бы наша Родина богатой и счастливою, ведь выше счастья Родины нет выше ничего. Была бы наша Родина богата и счастливою, ведь выше счастья Родины нет в мире ничего.